самолеты один задний. Покружись для людей. Улыбайся, улыбайся. Я печалюсь. А о чем? Потому что домой надо ехать. Мы приедем, Жанна, сюда через неделю. А мне не хочется. Сейчас приедем, сумки разгрузим. Чемодан побольше купим. Да? И назад. И назад. Че из неделю-то? Мы же там где-то нашли с тобой на 16-е вылет. А, ну да, есть. 16-е прям сразу же. Прилетим, и тут же обратно. В ПТУ. Оксане сумки отдадим. Сейчас ей напишем, пускай нам чемодан приготовит побольше. И деньги. И доллары деньги. Тоже. Доллары поменяют нам. Ой, какое-то у меня это течение холодное тут. А там приплыло. Ух! Надо в другое место. Так, еще летит. Еще летит самолетик. Так, где он? Где он, где он? Солнце в глаза ничего не видно. Но он где-то есть, вот он. Поймала, поймала я его. Поймала. Время 10 часов. Посмотрите, как у нас здесь безлюдно. Все, как я люблю. А там уже народу побольше. Голов побольше черных. А у нас здесь... Там вообще на том пляже пусто. Пустота. Это пятизвездочный отель. Вот он прямо на первой линии стоит. Самолетик появился. Далеко-далеко, почти не видно. Сейчас он будет увеличиваться.
Лошадка, единорог приплыла. Фасолька. Капуста. Шампиньоны горами. Ой, я купила черешни килограмм. Крупнющий за 5 лир. За 4 здесь не нашли. Самая дешевая 5, самая дорогая 10. Не знаю, в чем разница. Чесночок. Помидоры, посмотрите, какие гигантские. Жанна пошла за сладостями покупать лукум, подарки. Вот здесь она увидела, сейчас она приобретет вот эту, да, за 15. Ну, я вот, ну, думаю, за 15 или за 20. Нет, вон та за 20. Та за 20, это за 15. Да. Билет, а вот что здесь вот я знаю? Чили разные. Карпаде, ромашка, ромашка. А это, наверное, ассорти. А это ассорти? Да. Ассорти получается, да? Что стоит? 15. Все 15? Нет. Не все 15? 20. Специи наборами. А это что такое вот это? Сахарная вата. А, сахарная вата. Что это, наверное? Сахарная вата. Сумочки. Берет упаковки, упаковку из 5 штук, разные. Ну, они не разные, они разные внутри, да. А коробки, коробки разные, одинаковые. Да. Ой, тяжелая, да. Зараза. У нас порядок навели. Вот такой. Шваброй пробежались. Жанне бантик сделали из полотенца. А мне талию навели. Намек понят. В общем, уборка так, так себе. Вот так уборка, видите? Тапки вот. Что-то там в разные стороны. Ну, видимо, швабры как зацепили. Они так неудачно. Неудачно так прицепились. Вот и разлетелись. Так, ну ладно, давайте посмотрим, какой порядок в отеле. В комнате крючков не хватает, мы вот так развешиваем. Так. Ну а здесь как бы мусор вынесли. И ладно. У нас чисто. Мы же чистоплотные девчонки. У нас и так чисто.